В эфире ГТ Новости. Спасибо, что вы с нами. Был филиалом Космической академии имени Можайского, стал самостоятельным вузом. С минувшего вторника это учебное заведение называется Ярославским высшим военным училищем противовоздушной обороны. Его новая история началась с новых курсантов, поступивших после школы. Родным домом на 5 лет военное училище станет для почти 500 первокурсников. Беспрецедентное количество медалистов, среди них исторический максимум для Ярославского вуза. Мой коллега Илья Барабанов с подробностями. О том, что здесь 3 года располагался филиал Космической академии Можайского, теперь напоминает лишь табличка. И ту уберут через несколько дней. Для военных стен с 28 июля пишется новая история высшего училища ПВО. В нее попадут и эти первокурсницы, решившие связать свою жизнь с вооруженными силами Российской Федерации. Выходила нами Катюша на высокий берег, на крутой. Де-факто они, конечно, первокурсницы, де-юре абитуриентки. Проект приказа Министерства обороны об их зачислении в Ярославский военный вуз в среду отправлен на представление. У меня в семье много военных, но решение я принимала сама. Я училась в кадетской школе и поэтому давно шла к этому. Страх был, что не поступлю. А учиться, думаю, все получится. Программа «Максимум» для нынешнего набора 466 человек выполнена. Цифру руководству высшего военного училища ежегодно спускает Министерство обороны. Конкурс этого года – 2 человека на место у парней, 11 у девушек. Причем Ярославский вуз среди российских военных занимает 4-е место по количеству поступивших первокурсников. Средний абитуриентский балл по русскому языку, математике и физике – 50. Есть, конечно, и очень приятные исключения. Впервые в истории вуза такое большое количество золотых медалистов. Такого не было никогда. Во-первых, например, девушки на 20 мест приехало 30 золотых медалистов поступать. Ребята порядка 40. Родители меня очень поддержали, они приняли мой выбор. Они считают, что профессия военного – это на данный момент самая актуальная, самая престижная и самая достойная профессия для мужчин. Храм Александра Невского для духовной поддержки молодых курсантов. Он расположен на территории военного вуза. В сентябре 10-го храм осветил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Среди новичков училища ПВО 18-летний Дмитрий Сахаров, житель Вологодской области, выбирал между Череповецким и Питерским военными вузами. Реклама от местного военкома оказалась более действенной и привела абитуриента в Ярославль. Учился я, в общем-то, средний уровень, так, 4-5, я не отличник, не могу сказать этого. А самое сложное, я думаю, здесь это профотбор. Самое сложное было перебороть себя, показать лучшие результаты, ну и, естественно, пройти профотбор, показать то, что действительно можешь, то, что действительно из себя представляешь. Ближайшая перспектива для новичков училища – полевой лагерь под Тутаевым. В нем первокурсники пройдут общевоенную подготовку. 30 суток под открытым небом. Пока новички других вузов наслаждаются последним месячным отдыхом перед первым семестром, курсанты Ярославского военного будут учиться выживать в полевых условиях. Ножку повыше! Руки прижать! Ну а 29 августа на Советской площади каждый из 466 первокурсников присягнет на верность Отечеству. Традиция сохранится в Ярославском военном вузе даже после его нынешнего переименования. Илья Барабанов, Игорь Мосин.